Определение страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года проходило при активном давлении европейских лидеров, и Катар выбрали именно с их подачи. Об этом заявил глава ФИФА Йозеф Блаттер на страницах немецкого издания «Вельт». Он рассказал, что на решение исполкома, в частности, активно пытались влиять бывшие тогда президентами Франции и Германии Николя Саркози и Кристиан Вульф через представителей своих стран. Блаттер заметил, что у ФРГ, например, были особые экономические причины лоббировать Катар. Напомню, проведение первенства в этой стране стало поводом для разбирательства Швейцарии и США, правоохранительные органы которых подозревают высокопоставленных функционеров федерации в получении взяток.